Так, сегодня 19 ноября. Уже ноябрь. Уже зима скоро. Как говорится, шел, иду по лесу, наткнулся на такие большие следы. Не знаю, лось что ли прошел. Их тут три ряда. Вот там еще ряд. Ну это мои старые. В прошлый раз я шел. Вот. Вон еще. Не знаю, кто это. Вряд ли тут толпа охотников пришла. Вот раз я встретил охотника, но они здесь не ходят. Они здесь запрещена охота. Охота разрешена дальше. Вот три. Кто-то костру и прошло здесь. Следы не свежие. Уже немножко их занесло снегом. Так, куда они шли, там он оттуда. Север, так сказать. И вон еще. Иногда кажется, что когда идешь здесь летом, кажется, что никого нет. Просто тишина, зверей не видно. Но когда идешь, когда снег выпал, тут столько всякого зверья бегает, оказывается. Просто. Ну еще по специальному, потому что знаешь, конечно. Но тут зимой это вообще просто множество. Вон еще. Что самих отпечатков не видно. Короче, снегом занесло. Как запорошило. Но то, что их здесь вон еще много, это да. Может быть лось. Так. Вот они. Лось-то здесь есть. Здесь, говорю, здесь нет. Но вон там все схожено. Вряд ли человек будет просто так лазить, что-то искать. Здесь следов-то не было особо. Да, вон. Деревья поломаны чем-то. Скорее всего, лоси проходили. Да, там что-то ковыряли даже. Бегают тут везде. Ну, широкие расстояния между следов. Не знаю, у меня какой-то большой человек. Большие люди. Такие надежды, что это не волки, а лоси. Ну да, но лучше-то не похоже. Даже если их присыпало, потому что тут на днях шел снег, прошел. Вот человечки, вот я шел. Тут понедельник. Вот. Запорошено. Вот мои следы. Вот тоже. Я тут Тупаев. Вот. Пошел. Интересно, шел я по лисьему следу. Вот здесь не так еще виден, там вот прошел я. Ой, запарился. Вот по нему иду. Вот потихонечку тут ветер. Чем больше поднимается, тем больше ветер, и все сметает. И хопа, и заячий, или чей этот. Как он может листать? Не знаю, вот след идет. И тут такой, ну заяц же, пропрыгал. Интересно, не встретились или нет. Вон еще. Короче, следов здесь просто везде следы одни. Да. Последнее солнце. На камне два снежка. Ну ничего себе, чем крупные такие. Камень большой и снежки крупные. Думаю, кто здесь был. Смотрю, один снежок пошевелился. А это, кажется, куропатки здесь сидела. Так красиво было, но я не успел сфотографировать. К сожалению, тем более на видео заснять. А они меня увидели и улетели. Такие вот они. Ну что, издалека меня испугались. Обычно они как-то такие пугливые.
Тут охотники есть, может они боятся, не знаю. Напугали. О, погодка вообще шикарная. Не ветер холодный.